Этот город знаменит одним из самых красивых соборов в мире – Саграда Фамилия, собор Святого Семейства. Но здесь, в Барселоне, проживают не только католики, но и православные христиане. Об этом мы поговорим подробно с нашим гостем. У нас на связи игумен Серафим Павлов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Барселоне. Здравствуйте! Добрый день вам! Да, отец Серафим, хотели бы узнать, а как вот так получилось, что вы ощутились в Испании и именно там сейчас проводите свое служение? Ну, это долгая история, на самом деле уже далекая. В 2002 году я был командирован церковных связей, помощь благочинному испанских приходов архимандриту Макарио Россио для организации жизни на Майорке и потом уже впоследствии в будущем в Барселоне. А расскажите, как давно существует православная община в этом городе? Вообще, Барселона – один из старых приходов в Испании. То есть изначально было всего два прихода – это Мадрид и потом уже Барселона. И буквально в тот же период, то есть 2002 год, открывает на Майорке. Собственно, на тот момент приход на Майорке становится главным. Батюшка, расскажите, пожалуйста, поподробнее о вашем приходе. Кто ваши прихожане? Какой национальный состав? Только это иммигранты или все-таки есть местные? И на каком языке совершается богослужение? Сразу с языка начну, что у нас богослужение совершается в основном на церковнославянском языке. Очень испанский и каталанский язык. В зависимости от... Я смотрю по количеству людей в храме. Если есть испанцы, тогда мы добавляем испанский язык. Наши прихожане, то, соответственно, остается церковнославянский язык. Приход у нас довольно интернациональный. Сказать, что большая часть кого-то там, украинцев, русских, белорусов, невозможно. У нас ровно половина, сказать, и тех, и других, и также есть и греки, и сербы, и болгары, и румыны. То есть это не единственный храм, конечно, православный. Но наш храм, он более-менее такой адаптированный, то есть с иконостасом, с росписью, что более напоминает такую нашу традицию православную. Она близка для многих стран и народов православных. И в этот храм посещают разные люди. Отец Серафим, есть ли у вас прихожане испанцы, которые затем перешли в православие? И приходилось ли вам венчать пары, где один из супругов – это гражданин Испании? Ну, второй вариант, который вопрос задали, это самый распространенный. Большая часть испаноязычных, каталанских людей – это именно пришедшие в храм и принявшие православие благодаря своим вторым половинам. Или же это культура православная, которая пишущая, благословенная, и своей жизнью, воодушевляет человека перед православием, и он задумывается, а что такое православие, когда приходит, знакомится, естественно, а я не против принять. Соответственно, также и совершают венчание православных. Но существуют такие случаи, когда сами испанцы, как говорится, блаженные алчущие и жаждущие правды, ищут истину и приходят в православный храм. Среди наших прихожан есть несколько каталанцев, испанцев, которые приняли православие именно через вот этот путь поиска. И в христианстве, в светских науках, приятно с ними общаться. Так иногда как обычные прихожане рассуждают как глубокие богословы. Отец Серафим, все-таки Испания – это в основном страна с преимущественно католическим населением. Как у вас взаимодействие осуществляется с католическими приходами? Я знаю, иногда у некоторых православных приходов нет храма, и католические общины уступают им свои храмы, чтобы они могли где-то послужить. Как у вас вообще добрососедские отношения? Большей части, слава Богу, в Испании, конечно, католическая церковь идет на контакт с русской православной церковью, не только с русскими православными церквями других юрисдикций, и дают возможность совершать богослужение в пустующих храмах или же представлять какую-то часть действующего храма. Судьба нашего прихода в Барселоне примерно так же и складывалась. То есть до 2011 года мы совершали богослужение в пристройке католического храма Санта-Мария-Рейн. С 2011 года мы стали арендовать нынешнее помещение храма, и впоследствии мы его выкупили и полностью переоборудовали, перестроили, и уже сейчас заканчиваем роспись храма, то есть адаптировали его к нашей традиции.
еще раз скажу, что это все зависит от региона. Допустим, в Мадриде, в Барселоне, на юге Испании очень хорошие отношения к церкви. Даже если смотрели недавно новости епархиального сайта, то есть нашей испанской и португальской епархии, то вы видели, что католическая церковь передала пустующий храм практически в собственность русской православной церкви. Буквально несколько месяцев назад было представление. Это было город Гранада. Батюшка, у меня есть к вам пару вопросов касаемо рождественского поста. Легко ли вам его соблюдать? И, может быть, у вас существуют какие-то традиции в подготовке к этому посту? Расскажите об этом, пожалуйста. У вас на Рождество, наверное, нету ни снега, ни елки. Так, с пальмой, наверное. Или как там у вас? Ну, елки, конечно, уже традиция нашей культуры. Мы, естественно, храм устанавливаем. Проводим рождественский для детей, для школы. Относительно поста, я думаю, здесь много морепродуктов, и сейчас большое изобилие всяких продуктов можно приобрести в магазине. Поститься сейчас стало легче. Относительно традиции, все-таки мы живем в испанской среде, и наши люди очень быстро ассимилируют культуру. И мы стараемся, наоборот, сохранить в наших семьях, передать нашим детям наши традиции, то есть Рождество, строение вот этого праздничного и поста, все подготовки к празднику Рождества, молитвы, труда. В первую очередь, наши русские традиции. Какие-то другие местные добавляют наши традиции. Естественно, они проникают наш быт, культуру. Это очень здорово. Сразу захотелось так, чтобы побыстрее наступило Рождество. Спасибо большое, отец Серафим, за очень интересный ваш рассказ. Спасибо вам огромное, батюшка. Но я напомню, что с нами был игумен Серафим Павлов, настоятель храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Барселоне.